Ух ты, так это же Камасутра. Ничего себе, ребят, смотрите, как интересно. Вот как люди отдыхают в Таиланде. Лежит на кушетке и смотрит какой-то русский канал. Привет, друзья. Я рано проснулся и шел дождь. Я спустился на пляж, не знаю, может что-нибудь пофотографировать. Если нет, то просто наблюдать рассвет. Вот смотрите, какая красота. Чуть-чуть поснимал. На самом деле надо быть подготовленным и знать, что ты снимаешь и когда. Это так, ерунда. Вот, но прекрасная погода. И вообще все здесь замечательно. Хочется искупнуться. Ой, хочется сейчас разбудить Янку и чтобы мы сходили. Ой, я до сих пор еще не понимаю, куда иду. Мне кажется, я еще не ориентируюсь. И опять заблужусь. Хочется разбудить Янку, сходить в бассейн, искупаться и потом позавтракать. Смотрите, я еще вам покажу, какие здесь виллы и какая территория. Вот это ресепшн наверху. А где же наша вилла? Вот это что ли? .306. А наша .303. Вот это вроде бы. Это .305. Значит, вот это. А, вот наша. Так. Это вроде наша. Везде вот такие цветочки растут. Смотрите, как круто. Шел дождь ночью, поэтому вот терраса мокрая. Вон мои плавки сушатся. Так. Все, как и хотели, вышли в бассейн. Сейчас идем в этом раю. Я сейчас вышел на террасу. Слышу много птиц, прям вижу, летают, даже колибри. Ну ладно, сейчас буду фотографировать, пока Янка собирается. Я их слышу прям повсюду, но их не видно. Поэтому мы решили потом просто сидеть на террасе. Янка будет читать, а я буду вылавливать птиц. Я должен хотя бы одну маленькую сфотографировать. Вот, смотрите, как красиво. Ребят, пришли на завтрак. Сейчас мы нам только выбираем место, где сесть. Еще никого нет. Так, вот так выглядит внутри. Можно... Смотрите, здесь такой огромный самовар. О, слушай, круто, круто. Всякие сыры, фруктов, просто море. Ребят, смотрите. Всякие разные. Папайя. Драгон. Да, шикарный завтрак. Пупсик, ты объешься. Ребят, смотрите, так мы взяли немножко завтрак. Янка даже нашла суши.
А там вообще, там, в принципе, можно обедать сразу. Там и рис, и мясо, там разные курицы, и суп, и вообще все, что угодно. И омлет там стоит, может, потом подойду, покажу вам. Там стоит специальный омлетчик. Ребят, много я видел разных диковинных штук, но вот тут сидят китайцы, и один ест йогурт ножом. Он ест ножом, пользуется ножом вместо ложки, чтобы есть йогурт. А что надо говорить, В общем, в ближайшие пару дней от нас не ждите никаких тут путешествий, потому что реально хочется просто лежать и получать удовольствие. Максимум пройтись по пляжу. Сходим, посмотрим. Тут, ну, так интересно, разные отели и рестораны. Посмотрим, поснимаем, покажем. Я вам скажу, вот я был практически во всех странах Азии. И вот все-таки Таиланд — это идеальное место для отдыха. Вот оно идеально по всем параметрам. Здесь замечательное море, очень приветливые люди, вкусная еда, очень комфортные цены. Просто вот для отпуска именно острова. Вот Ко Самуй, Ко Панган я лучше всего вот советую. И Краби, куда мы потом поедем. Такая тусовка. Здесь прям сидит макашница, по-моему, так их называют. И готовит еду всякую. Янка, можно здесь пообедать недорого. Мангальчик. Вот она здесь все делает. А что, здорово, кстати. Смотрите, здесь уже какой-то другой отель. Этот пляж нам уже намного меньше нравится. Он грязнее и, не знаю, как-то более людный. Как будто здесь даже вода грязнее, солнце хуже и небо не такое голубое. Ладно, сейчас чуть-чуть пройдем, посмотрим. Смотрите, ребята, Янка меня спрашивает, зачем уксус? Тут вот уксусная станция. А это для того, чтобы обрабатывать при ожоге медузами. Вот как люди отдыхают в Таиланде. Лежит на кушетке и смотрит какой-то русский канал. Ребят, мы решили прогуляться вот так вот, вон туда, в самый конец пройти. Здесь, смотрите, собаки спят. Тихий час. А вон еще одна собачка, которая сейчас спала полчаса. Вот смотрите, здесь виллы прямо вот у моря. Но, честно говоря, я бы не хотел в такое жить. Вы платите огромные деньги, и вот открывайте окно, у вас здесь все люди лежат. Ладно, идем дальше. Здесь вот, смотрите, такой ресторан и бар. И тут начинаются уже вот другие домики прямо на воде. Самуй. Смотрите, как отлив виден сразу. Мы так пробираемся через отель. Надеемся, что нас никто тут сейчас не погонит. Тут даже непонятно, как дальше идти. Смотрите, идем через виллы. Мы не смогли найти выход. Просто прошли, посмотрели, как здесь устроен комплекс такой. Красивенько. Но я бы здесь не хотел останавливаться. Потому что пляжа нет, и дорога рядом шумит. Смотрите, зато здесь есть такой бассейн. Можно лежать, смотреть вот. А я вижу там, кстати, храм вдалеке. Смотрите, выбросила на берег тапок. Кто-то потерял, и он весь оброс ракушками. Ребят, выхожу на балкон.
смотрю на дерево, а там белка лазает. И лазит и грызет там какие-то вот эти плоды, орешки. И все выше и выше, на самую верхнюю ветку забралась. Вот смотрите, я ее подловил здесь. А потом, когда она уже на самый верх поднялась, и она, значит, на меня посмотрела, поняла, что вроде я низко, ей не угрожаю, и продолжила поедать там плоды. Смотрите. Привет, ребят, вот мы пришли в такой, это называется Irish Pub, но вообще-то на самом деле ничего общего с Irish Pub не имеет. Смотри, такое просто простое заведение, несколько столиков. И мы бы посмотрели, что в TripAdvisor хороший рейтинг у заведения. Янка сначала испугалась, говорит, я Irish не хочу, а это просто обыкновенная тайванская такая вот ресторанчик, забегаловка. Вот, цены примерно... Ну, 3-4 евро за порцию. Вот, мы заказали паттай, спринг ролл. Я хочу попробовать ред карри. Должно быть очень острое. Янке принесли банановый ласси, а мне манго. Янка, вкусно? Так, мы начинаем традиционно спринг ролл. Давай, Янка, дегустируй. Да? Заметьте, что в Юго-Восточной Азии всегда приносят вилку с ложкой. Не вилку и нож, а вилку с ложкой. Знаете, как едят? Янка, знаешь, как едят местные? Они вилкой... Не, они загребают вилкой на ложку и едят с ложки. Вот он, Янкин долгожданный паттай с креветками. Ребята, просто красиво, посмотрите. Мы зашли, вот вы видели, как выглядит эта кафешка. И вот... Вот как бы это реально выглядит намного красивее, чем в дорогих ресторанах. А это у меня красное карри, должно быть очень острое, и рис. Очень вкусно. 20 евро нам все стоило. Слушайте, сколько раз я был в Таиланде, первый раз попробовал красный карри. Просто потрясающе. Я теперь хочу каждый день есть красный карри. Смотрите, какой здесь помощник маленький. Янка, заберем домой. Заберем. Да, я там еще в соседнее заведение присмотрю. Да, хорошо. Заберем. О, доброе утро, ребята. Вот смотрите, где я встречаю рассвет. Вот так вот мы все здесь установили. Солнце, вон оно встает. Все. Доброе утро. Доброе тайское утро. Я, наверное, немножко опухший еще. Я здесь уже с ночи лазаю. Вроде камней очень много, но не могу подобрать хорошую композицию. Ладно, посмотрим, что из этого получилось. Устал. Каждый раз я говорю, все, больше на рассвете не пойду. И потом просыпаюсь и опять иду. Проблема в том, что свет меняется настолько быстро, что нет времени, допустим, встать, сделать несколько тестовых снимков, попробовать разные экспозиции. Просто тык-тык-тык-тык-тык, 10 минут, проходит просто мимолетно. И вот если ты успел, если повезло, если как-то среагировал быстро, то получилось. А можно просто прийти, простоять полчаса, час. Полчаса нет, час как минимум. И ничего не отснять. Посмотрите, как здесь хорошо. Еще раз. Только не завидуйте. Вот. И мы сейчас пойдем на завтрак. А потом у нас очень любопытное мероприятие.
А как это называется? А, Дуси Дуа. Угу. Смотрите, мы приехали в такое здесь классное место. У нас сегодня фотосессия. Вот наш фотограф. Рано-рано встали, приехали вот сюда. Посмотрим. О, здесь так красиво, кстати. Ничего себе. Я понятия не имел об этом месте. Вот. Говорят, ничего себе. А когда присматриваются, ух ты, так это же Камасутра. Да. Ничего себе. Ребят, смотрите, как интересно. Янг сразу заинтересовалась. Да. Ух ты, смотрите. В Индию ехать не нужно. Тут все. Очень здорово. А где это, получается, место находится? Ой, это Липаной. Липаной. В общем, Липаной. Ссылочка в описании. Вот эта сторона получается рабочая сейчас. Тебе нужно немножко прям развернуться. Вот, супер. Постой. Можешь сюда добавить. Добавлять? Ага. Ну, смотри, прям расправляешься и прям вот, прям вот. Смотрите, ребят, это вход в дом, здесь живут две семьи тайские. Ничего себе, как красиво. Здорово. А здесь вот они проводят тайские именно свадьбы, да, получается? Нет, церемонии просто проводят. Ага, ничего себе. Так а это им принадлежит территория, это государственная? Они сами вот лепят, делают. Здорово. Это достаточно большая территория. Ребят, очень-очень здесь красиво. Прям вы видели? Супер. У нас новая локация. Мы приехали на пляж. Тут вообще никого нет. Просто совершенно пустой пляж. Меленький песочек. Смотрите, какой. Беленький-беленький. Смотрите, какой Янг. Какой красивый человек. Ой, здесь прям очень здорово. Да. Ничего себе, вообще. Да, развелся. О, здесь прям райское наслаждение. Ой, так клево, еще пальмы отражаются. Ну, типа, тени. Просто для фотосессии здесь бомба, ребят. Никого нет, очень пустой пляж. Купаться здесь не особо прикольно. Сейчас отлив, но зато вы видите, какие пальмы. И какой шикарный пляж. Очень-очень здорово. Сейчас Янку фотографирую, потом мы вместе пофоткаемся. А вообще... Я подумал, что у нас нет совместных кадров совершенно, потому что все время я фотографирую или Янка меня фотографирует. И вот решил я взять и фотосессию. Вот очень клевый парень, я оставлю ссылку в описании. И чтобы просто были хорошие, красивые кадры с отдыха. Так, сейчас у нас, ребята, будет продолжение фотосессии. Мы сначала снимали с утра, рано утром, когда хороший свет. А сейчас за нами Саша заедет, фотограф. И мы поедем на какой-то клевый пляж. Сегодня должен быть фантастический закат. И будем фотографироваться на закате. Вот, так что поехали с нами.
Смотрите, приехали на пляж. Том Крут. Сейчас смотрите, здесь смотрите, отлив. Прям конкретный отлив. И местные тут что-то собирают, мне кажется, ракушки. Любопытно очень. Мы, в принципе, сегодня, Янка, посмотрели полуострова таким образом, да? Да. На самом деле, у нас как экскурсия. Особенно примечательные места, как мне кажется. Да. Интересные. Ну и вообще проехали, посмотрели все, да. Вот, здесь мы сейчас будем что-то интересное фотографировать. Янка, лезь на корягу. Вот я только ты оставь все свои комментарии при себе, пожалуйста. О, ребят, здесь так здорово. Здесь роща. Пальмовые, здесь море, сейчас из воды острова, и просто такое вот прям умиротворение. Людей мало, они где-то вдалеке, и очень-очень здорово. Ребят, мы пришли уже, отфоткались, все, закончился день. Пришли мы в наше уже полюбившееся нам кафе «Мама» на ужин. Янка заказала себе кокосовый коктейль, потому что так вкусно. Прям вообще баунти-баунти. Здорово. В общем, мы не только фотографировались, мы еще посмотрели весь остров, все, очень много информации узнали. Фотограф Саша нам все рассказал. И все это нам фотосессия стоила 250 евро. Ссылочку я оставлю в описании, если кто-то захочет когда-нибудь воспользоваться услугами Александра. Смотрите, ребят, принесли здесь в ананасе рис запеченный с курицей. Ну, это вот спринг-роллы. Пахнет просто, я не могу вам объяснить. Жалко, камера не может передать, какой запах, просто обалденный. А Янка просто будет смотреть и пускать слюни. Ой, так пахнет сразу этим кокосовым молоком. Ой, запах просто непередаваемый. Это красный карри с креветками. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает или собирается.